Греция и Рогу. На сено, кстати, не вставайте, там бомбы в сено залетают, не видно. Забираю еще одного дракона. Ой, бля. Пал, у тебя прожимки есть или нет? Есть, есть. Диспел, диспел с меня. Бомжей дать? Бля, дайте. Войска дать или не надо? Не-не. Трэш бить. Живите. Да, блядь, я далеко стою от них, не на них прям. Там что-то про сено говорили. Это я не на сене даже стоял. Трэш, трэш. Уже оттуда пошли, что ли? Хера не видно. Кто жив, выйдите? А у нас на пула не было. Тяжки не забирай больше. Повтори еще раз. После притяжки не забирай больше. Хорошо. После первой, там второй, уж третьего. Как он только соберет. 3-4 моба заберу, да и все, я думаю, достаточно будет. Не, 3 хватит больше. Поехали. Я могу его вначале немножко побить? Ну, да, конечно. Я просто не очень уверенно чувствую себя на хпале. Вы кто-то умер? Спускайтесь вниз. Темы. Нормально, кстати, нам одной рыбы на 2 трая хватает.
ДКшник, ты в Дисе? Ты помнишь про стены огненные? Поехали. Духи ветра станут вашей могилой. Эй, хранители, займитесь яйцами. Еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вроде полкомнаты закидал, полкомнаты чистые. Рандом. Мобов. Про босса забыли, только дракона играем. Пинчит. Можешь забрать его. Забирай пока, да. Все, больше не надо. После притяжки только. Сейчас после бомб ДКшник, который ДД даешь войску. Давай войск. Фул ДПС по мелким. На пол, рарника. Забираю. Не надо ничего забирать. Я притяжка скоро, блядь. Прожимки на притяжку. Прожимок не будет, зуб попросишь. Босс. Не надо пить. Трэш бьем. Конахил. Это притяжка будет скоро. После вот этих бомб ДК танк. Дашь войско и дадим Геру. Внимательно на бомбах. Войско и Гера. Давай. Гера. Трэш, на пол. Диспел. Можно Иннер? Диспел. Иннер по хэпалу. Вот тебе норм помань. Даю гимн. Диспел, нет, зубы дай. Все трэш. Бомбы выжить. Влипало надо поднять. Все, остался только босс. Влипалось.
Стало неудачно. Давай сразу. Баф. Сейчас попробую немного маны восстановить. Резай как можешь ману об босса. То я уже у меня хуёво тоже по мане. Все, остались только бомбы. Тоже нет. Да, хил. Стойте, милики, с разных сторон. Кто-то с лица танка, блять. Вы стоите, ловите все урон. Бомбы внимательно смотрим. Дракончики больше не выйдут? Нет. Тогда частицу на ДК перевешу. Крикер, крикер, а. Да, конечно. На дыхание можно сейвить. Завис. Залет. Точно вот здесь сено прожигает. Но они летят там, в сене не видно их. Главное увидеть, что они туда падают. Молодцы. Оказывается, босс не такой сложный. Всего лишь надо пару раз полапиться. Ну, научились люди, хорошо же. Кинжал. Я не знаю даже, кому он надо. Меткость крит. Ну, сове, наверное, сойдет. Надо тебе сова? Кому надо еще? Ну, совы какой-то посох. Кому надо кинжал? Меткость крит СПДшный.
На худой конец можно палу дать. А, они не носят вроде. Я не ношу кинжала. Ну да, вспомнил. Давай локу отдам, короче. Ну и щит, это на хпала тебе. Угу. Тут, короче, едем по стеночке, по правой аккуратно. Вот. И когда вот здесь проедем, вот, и вот здесь, слезайте с маунтов и аккуратно. Могут сагриться мобы, нужно, чтобы танки здесь были, если что, их забрать. Вот аккуратно обходим. Смотрите, чтобы не сагрились. И наверх. Кто там отстает? Все прошли. Тут по одному вроде их можно было когда-то сагрить. Тут можно сагрить по одному или нет? Не знаю, без разницы. По два можно сагрить. Давай по два. Вот такой столб, как вы сейчас увидели в моба, такой столб на последнем боссе будет. Он бьет раз в секунду по 15 тысяч, но за 2 секунды убивает. Сейчас еще раз покажу, смотрите все внимательно. Вот такой столб, он будет появляться в игроке. Нужно будет из него за секунду успеть выпрыгнуть. Ну, прежде чем он появится, босс вас в цель будет выбирать. Вот это на последней фазе босса будет, там 5 фаз. Ща нам будет весело. Давай, 2 моба бьем. Второго тоже агрить быстрее будет. Напомни ту тактику. Я помню только про контроль. Ну вот контроль и есть тут тактика. В одного танка же? В два. Да, в одного. В одного? Угу. А я что-то помню, трэш разделяли. Ну, босса в одну сторону отводили, трэш в другую. Может быть и есть такое. Но если так сделать, у нас мы будем упираться в ДПС. Будем бить, и нас будет шотать. Я не помню, они по очереди выходят? Или все сразу? Все сразу. Где-то вот тут, либо тут держали, либо вот тут. У одной колонны, помню, держали трэш. Ну, либо моба. Так. Ну, Карак, войс точно... Ой, войс точно твой? Этот самый треугольник, сова, спячка, квадрат, рарник, покаяние. А Радан это чё, блядь? Дракон. А он ферряется, нет? Хз. Должен. Короче, Лок, попробуешь фернуть, если не получится, то похуй. Ну а этого петуха я законтролю. А, там разные же, да?
Получается, один босс остается или еще кто-то? Да, босс и ромбик. А я прям там сдавал, что ли? Короче, это... Незыбку одну можешь там на третий или на вторые дать молнии, а вторую уже в конце там по команде. Вот, ну и то же самое касается массакры и мастераур на тьму. И в конце уже, когда у босса хп будет, там процентов 15-20, можно будет сове отдать эту хуйню, как она называется, спокойствие. Дубовую обязательно прожать. Так, сейчас ебанем сюда. Так. И это... Ну и подхиливать при возможности энх, может сова может подхиливать. Хотя бы там, не знаю, пару раз покровительство, чтоб не сдохнуть, помогать хилам, короче. Ну и рарник флешкой можешь кидать на скеле по проку. Так. На счет 3 контролим своих мобов. 1, 2, 3. Поехали. На ромбике тоже набираю игру, я не знаю, что он тут сделает. А, вот он удар грома дает, блять. Это хуёво. Он что? Угу. У кого он там спиздил способность, озвучивайте. Там, если у паладина, это может быть лужа, крылья, свет небес. Паладина, у паладина. Выходите. Освещение. Ну вот, видите. Теперь, ну, теперь наоборот, заходите в эту лужу, надо сдохнуть быстрее. Тут надо было не зубку давать. Нет, не надо было тут ничего давать. Думаешь? Да. Ну может выживет. Не дается ни зыбка на лужу, из лужи выходят. Но не успели. Короче, у каждого моба, у каждого игрока, с которого босс после молнии пиздит способности, есть опасные способности. Вот у паладина это лужа, крылья пиздятся диспелом, а свет небес просто он кастит. Потом на друида похуй, шаман тоже похуй. Так, лог кастует ливень огненный, как лог его кастует. Вот такой же, такая же анимация, огонь с неба падает. Так же дамажит, как эта лужа по 10 тысяч в секунду. Надо выбегать из лужи. Если у ДКшника пиздит, то там либо удар, это зеленый такой, либо ЛПшка, либо лужа ДКшная. Тоже дамажит. Если у приста, то нам пиздец. Если у приста, ну хила приста не пиздит с этот контроль. Майн надрол, он, по-моему, у всех пиздит пристов. Не видел, что пиздило. Только у ШПшника пиздит. У ШПшника мэт контроль пиздит. У меня не должно спиздить мэт контроль. Ну смотри, это по идее у нас классовая у обоих. Ну если спиздит, будет весело просто. На что ну обращать... у нас он вчера 6 взял в контроль. Ну вообще 10 берет. На что обращать внимание, когда заканчиваются молнии, босс в текстовый чат пишет ник игрока, с которого спиздил способность. Надо всем это прочитать и себе в голове отметить. Если это ДКшник, то готовится выбегать из лужи. Не так, как сейчас получилось, вы все втроем стояли и сдохли там в освещении паладиновском. На это еще ДБМ пишет вам. Если ДБМа нет, то на следующий рейд скачайте. Вот. Но пока нет ДБМа, смотрите в чат, там пишется ник игрока, с которого спиздили. Вы смотрите его ник, смотрите его класс. Если это ДКшник, выбегаете. Лужу ДКшная знаете, как выглядит? Паладинскую лужу не обновляйте, когда босс кастует молнии, чтобы... Вот такая лужа. И огненный ливень еще лог покажи, чтобы люди тоже знали, откуда отбегать. ДК танку надо из этого всего выводить. Вот такой вихрь будет. Дождь огненный. Но остальных там хуйня, там уроги ослепления пиздит, еще какую-то хуйню. У паладина лужа. Так, кто у нас еще? Вар. Вар вихрь, по-моему. Не знаю, шотнет, не шотнет. Хуй знает, короче. Хуярит. Вот. Тоже надо отбегать.
Блять, надо что-то с Роданом сделать, сука, а что с ним сделать? А ничего с ним не сделаешь, его только бить. Давай, знаешь как, давай его зальем с пула, короче, Геру дадим, пидора этого зальем. Вот и будем как-то дальше играть. А на него изгнание не действует? Паладинское вот это. А, надо попробовать. Изгнание, да. Этот дракон. Попробуй этот, кто он, Рарник, попробуешь, короче, изгнание на него. На кого? На дракона, на Родана. Какое изгнание? Он же гуманоида держит. Изгнание зла. Не Родана, а Корога. Это нежить демонов. Корога, блин. Блять. А дракона тоже. Корога у нас это держит приз. Все нормально. Короче, ладно. С драконом тут ничего сделать нельзя, насколько я помню. Вот только просто его убьем и все. Выбирайте свои цели, подходите ближе. Сова. Ты что там, сова? Ты спячку кидаешь на скользь. Скользь более опасный, он яд кидает. Да зальем только дракона, да и фикси. Будем надеяться, выживем под конец. Сова, ты готов? Дай стамину. Давай на счет три контролим. Раз, два, три. Сразу на пул, фулл ДПС по ромбику. Фулл на пул, Геру и фулл ДПС по ромбику. Ой, ебать, ебать. Буря ебать. Сейчас украдет что-то. Топ. Опа. А чё он уроги пить? Яду. Змея из контроля вышла. Мясорубку он. Давил контроль. Ворует. Войд спирит. Молнии пишет скоро. Под них давать. Да, давай. Давать? Да, давай. Ворует. У крикера что-то упало. Ну, ДК. Лужа. Ну, лужи я не вижу. А, ЛПшки мои украл, походу. Это его лужа. Yeah. Смерть и разложение. А, сюда отведу тогда. Ваши души будут расти. Пять ДК, наверное, лужок. Старайся ману-то бригенить на боссе. Как можешь. Да я понимаю, мне бы подходить еще к нему нормально. Да подходи, пока ничего опасного. Ролик пошел.
Ой, бля. Сова, резай. Он украл. Шаман. Не зыбка топила. Сейчас верну. И сейчас будет пробивать. Ну давай, не забыл. На всех следующих костах помогаем хилить. Мы не справляемся уже. Касается совы, шамана и паладина. Ветрика. Скользь пришел. Лучше помогаем хилить прям сильно. Мастера урона тьму готовим на следующую. Паладин спецспособность. Смотрите лужи внимательно. Свет небес. Мадаю. Чё по незыбке? 11 секунд. На следующую даже. Способность паладин через 5 секунд. Через 2. Алису за контроль, Алису за контроль, она хилит босса, Алису за контроль, выбегайте. Меня нету. Чё вы в луже стоите? Её сбили из-за звездопада. Два ляма, бейте. Блядь. Сбивайте ей косты, раз не можете контролить. А некому сбивать. Варм только может. ДК могу притянуть ее. Ну тогда контроль на ней не будет уже. Добивайте как хотите, босса. Она хилит босса. Блин. Вот эти три ляма, вот эти три ляма, это то, что они, ну, это дракон. А с ним ничего нельзя сделать, мы убивали.
По дракону не работает этот покаяние. А по бабе тогда нихуя. Оферяется змея? Да. Ну тогда. Тогда пускай спячка на дракона. Только она там слетать будет по КД. А змею оферяй. Чё ж вы сразу не сказали? Тогда дракона сова спячку кидаешь. По КД. И Геру оставим под конец, там, чтобы проще было захиливать. Блять, я удалил рекаунт. Вы подхиливали там? Покажите там, шаман, сова, подхиливали что? Подхиливали, куда не надо. А чем там я профит? Точно видел спокойствие. Спокойствие это такая хуйня, долгая КД. А у шамана там какой-то прок, если моментальный. Там цепуха моментальная бывает. Ну это он. Да, цепной он хилил, да. Ага. Не, это моментально, это у энхов. Ну он же энх. Ну. Энх? У нас энх. Лемы не дамажут сейчас. Ну вот в конце, в принципе, как трудно станет, так и помогайте. У хила она чё, по четырем целям идет, а у обычных по трем. Кстати, если это сапроты кончились, выпейте сапроты, тоже ебану сапрот. Нахуй это СПД. Кто тут пробивает, пиздец. Они сапроты на этом боссе и на последнем. Ты, прости, с СПД бегаешь? Ну да. ДЦшника с СПД обычно. Сколько у тебя СПД? Сейчас 4000. У меня тоже 4, я в принципе не пью фласку на СПД. Я бегаю постоянно с сапротом. Как бы хватает. Живучесть нужнее. Да вот эти два босса всем СПД желательно, потому что вот тут, считай, магия сплошная. И там ветерки на третьей фазе и на последний огонь. Чистый СПД. Ой, блядь, сапрот. Так. Сова, знаешь, да, дракон, скользь, лок, этот самый ретрик, карак мой. Все, на счет три контролим. Раз, два, три. Тьма поглотит вас. Угу. Че, хуярим изо всех сил. Дракон пробежал. Это что такое? Там доты пока не спадут.
работать. Змею вернете? Подвисла. Стец, тебя убили. Викер отхилил. Сори, я зависла. Блять. Куда? Доходите уже, падайте. Кем 800 бьет? По-моему, с залитым драконом все-таки проще. Да. Да, и сова ДПС теряет. Не смотрел, сколько он на других боссах давал. 5-7 тысяч это залупа полная. Ну, наверное, заливать будем. И можно его чуть подать, то есть. Короче, лог. Это. Оставайся на филе этого червя. Вот. Дракона заливаем. На других боссах эта сова больше десятки дает. Единственное, Starfall тоже. Нижмер тоже теряется урон. Короче, все нормально. Просто надо как можно сильнее в босса ДПСить, чтобы мы это нам проще было. Потому что в конце он нас что урон уменьшается. Нужно как можно больше с пула дать. Под проки одновременно там и кливайте, и босса, и этого гуся. Или через босса играйте, а этого кливайте. Короче, дракона заливаем вместе с боссом. И самое главное, вот эта курица, которая баба, которую ты покаяние кидаешь. Прям смотри по таймеру покаяния. На... У меня 5 секунд будет оставаться, я буду бежать в контроль сразу. Чтобы она там на месте стояла, где сейчас стоит. Да, да, прям будет очень круто. Потому что она хилит по 500 тысяч там, ну дохуя отхиливает босса, и нам, ну мы из-за этого не убили, она захилила много раз босса. Сейчас я бабу раскидаю. Я пыталась найти бабулу массакру. Ну, если что, я теперь тоже могу сейвануть. На счет три контролим. Раз. Два. Тьма поглотит вас.
Бля, как ворона. А, скольз. Блять, давайте падаем. Проебали ДПС. Что-то, блядь, залп. А может это? А, ну не выйдет. Мазрез прижмешь? Через стол. Притащите танк, он встал. Короче, если что, босса уводи прям кружку. Не тут посередине комнаты, а прям кружку, чтобы это... Дальше. Я не вижу, я бегу. Ну, кружку это где войдешь, там сразу будет кружок. Так, подхожу. Сюда, босса? Да, в эту сторону. Не в кружок прямо, а просто в эту сторону. Подальше от этих мобов, которые стоят. Так это с пула, да? Получается, вот тут его держать. Да, перебегать идешь отсюда, сюда, да? Ну, допустим, лужа бросилась, перебежали, да, на другую колонну. Пытаемся контроль давать. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Тьма поглотит вас. Я пока не могу прочитать это заклинание. Дракон, дракон. Давайте дракона захреначь. Хреначьте дракона, давайте Геру. Ворует что-то. ДК, блин, лужа может быть. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты его захуярил, пельмеша. Не знаю, его шотнул. Доложитесь. Бежит, бежит, бежит. А, уже похуй. Че его убило? А, лужа. Понятно. Да нет. Ну, получается, он далеко от лужи стоит. А лужа под босса кинула. Далеко слишком. Пока добежишь до моба, надо контролить. Вдыхаешь.
Я тоже вернусь, починюсь. Шабафа раздам и отрегеню маму. На счет три. Раз, два, три. Тьма поглотит вас. Поближе сюда. Кружку звездочки. Давайте, Геру. Вар, может быть, вихер. Что, Мирик? Вихер. Говорим же. Бер, можешь? Листать можешь?
контроль. Еще не готов. Надо подождать. Слишком далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Ваши души. Ой, доложитесь. Вар, это серьезно, да. Тысяч. Высаду тысяч. А он как, блядь, бьет? Он же в конце анимации бьет. И что-то он как-то быстро убивает их. Или в начале он, что-то вы пойми, блядь. Он не по всем сразу, по очереди, вот раз зацепил другого друга. Крутится постоянно. Получается, вар хуёвый класс. Ну, видишь, сколько раз? Три раза крутанул уже. Можно вообще, когда вар берет, можно вообще миликом не подходить. Да. ДПС и так не хватает. Наверное, последний трай дадим. И все. То, что время? Или смысла, думаешь, нет? Да смысл, может, и есть. Да время, да, уходить пора. Да отдохнуть перед работой. Ну да. А, у тебя же завтра сутки, по-моему, да? Угу. А я сейчас 2 дня выходная, и я высплюсь наконец. Выходные — это круто. Блять, а хун же там. Чего?
На счет три. Раз, два, три. Тьма поглотит вас. Вот этот ДК-танк. Звездочку кружок поставил. Сюда переведи боссов. Ты же говорил подальше держать. Ну мы переставили поближе. Сука. Бля, пока перебегали. Всё, отдыхаем. Да, давайте отдыхать. Как-нибудь получше пронесем. Ну, на Дженла и на следующий раз этим же людям проще будет. И, может быть, с первого, со второго упадет. И больше времени на этого босса будет. Блин, каменька, да. Ну и я более-менее привыкну на этом играть. Мне очень непривычно на поле-поле.